карты пользовались интернетом, многие дети продавали карты, но схватили только одну. Привет! Привет! Эль-Тигре! Оладани! Какого? Ты в ловушке. Смерть смотрит тебе в глаза. Что будешь делать? Меня кучу раз били по яйцам. Я их 72-го не чувствую. Не делай так больше. Что? Микаса и Сукаса, Бабе-Тигре. Пойдем, познакомлюсь с семьей. Портовая, мне сломали нос. Я тебе не мамочка. Есть люди, которым и правда нужна помощь. О, но я страдаю. Эй, полегче. Герпес не в счет. Это Лоренцо Консека, поэт-легенд. О, я чую горячую кровь бойца. И, конечно же, фартовое. Сердце-легенд. Он не сломан. Разве? Я слышал хруст мьерда! Новый пациент? Похоже, из Ла Мораль. Я Дани Рохас из Либертад. Новый кулак революции. Нет, я от Клары. Либертад просит легенд о помощи. Люди верят в вас. Сражаться с Кастильо? Яра полностью его заслуживает. Буэна суэрте. Прости, хватит с нас революций. Видать, Клара ошиблась. Не расстраивайся. Им нужно получше тебя узнать. Ты приходи, как освоишься. Бэби-тигра. Бесит. Так. Помни три правила повстанца. Никогда не стой на месте, Клара, будь начеку, я встретилась и убивай врагов раньше, только чем они убьют тигра согласился тебе. Помочь Либертад. Сделай все, что потребуется, чтобы они к нам присоединились. Людям нужны герои. Надеюсь, легенды все еще хотят ими быть. Thank you.
забери. Ну все, бежать. Еще не достала. Не откладывай дела на завтра. Она резко превратится во вчера, и окажется, что уже слишком поздно. Ха, дядь, тебе бы передохнуть. Кажись, вот и припасы. Ой, жесть. Как-то слишком легко. Где была? Кто вы? Мы из Ла-Мораль, а Элесте — это наш край. Наш край и лекарства наши. Ты эту речь разучивала? Ага. Это принадлежит Либертад. А, Либертад! Я знала, вы попросите о помощи. Сразимся с Кастильо вместе. Я Ханрон, правая рука. Трес, Куатро. Неплохо. Я Дани. Дани Рохас. Ага. Солдаты! Вон там! У птички! Гасите их! Сражаемся!
Либертад. Но эти припасы нужны Елене. У нас раненые. Елена твой босс? Да. Она мне зад надерет, если вернусь ни с чем. А Клара надерет зад мне, если не принесу лекарства легендам. Либертад вербует легенд? Да ладно. Все думают, что они мертвы. Еще как живы. В Ламораль считают они бесполезны. Но они дорого заплатили. Очень дорого, чтобы папа Антона не стало. Давай так. Отдай мне припасы, а я вас познакомлю. Ах, конью. Елена меня убьет. Но зато я все-таки повстречаюсь с легендами. Тогда не подгони вертолет. А потом мы все обсудим. Ты в Ламораль? В Либертад. Как скажешь. Сын Яры. Каждому народу своя эпоха. Сперва нужен транспорт. Потом ремонт. Потом Я. Бабу, ты доберешься сам. Оружие. Эй, с тобой говоря! Вета! Запрещены. Пилот, идентифицируйте себя. Конья!